Fatima? Боремся. Так, Денис, иди сюда. Денис, ты можешь собрать свою бороду? Ну как можно лежать на животе? Ну хочешь? Опа, и что? Ну с такими вот пальцами, с бедрами упали. Это не манор, как я. Мы сам проиграли уже. Что ты делаешь, думаешь, это классно? Что вы сидите? Thank you.
Я. Артему просто пишешь Артему на икону, а потом иди. А меня пойдет домой. Ну какой? Жопу отрастил. Телевизор. Ну хоть что ты смотрел, ты помнишь? Да. Ну. Вот я посмотрел, во-первых, Барселона, Атлетика, получил большую проблему. А посмотрел ПСЖ, Монако, получил большую проблему. Посмотрел Реал, нет, Реал не смотрел. Все, прием.
опять не делает. Он тебе делает мельницу, ты делаешь ему контрприем и меняет. А как ты хотел упасть? Ну давай. Спасибо.
Филиппе, значит, вы выходите, боретесь. Не играет роли. В партере 7 секунд. Кто будет бороться больше, будут наказывать. 7 секунд. Хватит, чтобы перейти на удушающий, на болевой, на удержание. Если делаешь удержание, я увидел, поднял. Так. Так, я сказал, закончили разговоры. Ну, болен, ты что стоишь? Вышел Борис. Борис аккуратно, так, чтобы она не ударилась. И Борис, раз, раз. И в стойке оставайся. Бросок взял, все, закончил разговоры. Кто разговаривает? Ты, Каталин? После плана меняемся? Нет. 2 минуты. Ну, блин, я же сказал, Матей, мой экран. Я тебя попросил с колен не делать, делай со стойки. Еще раз. Кто ушел, заправляется сразу.
Thank you.
хоть на базаре. Денег? Да. Не нужно, да? Делай базарик. Так, вам не один базар, я ему парлю. Фонов нормально. Главное ты сделал, тогда я тебя выставлю. Сколько иконов он не играет роль. Главное, я тебя первым выставлю. А уже потом папа будет ходить. Уже смотреть никто не будет, а я выставлю икону. Макс готовится? Николая подергает чуть-чуть? Или тебе... А, подожди, ты с ним боролся? Да, смотри, Маша, смотри. Я вас прошу, присядьте, Коль, поговори с Машей. Машенька, ты остаешься? Аджина. Коля, это Снегурочка, будь с ней аккуратней. Но она такая наглая, Снегурочка, может бросить. Меня заставили бабушка петь. А ты на табуреточку становился?
часть. Да, он папа уже потом не будет. Артем, кто? Что это за захват? Какой это захват? Ты высокий, он вниз. Снизу взял, подтащил, подсечку, сделал. Бросок. Ты когда берешь сверху, он ниже садится. Ты бросаешь и на него падаешь. И все, и травма. Снизу, брат. Вот так можно, а потом снизу. Артем, что? Ой, ты кто тебя научил? Смотри, подсечку и становишься на нас. Все, это сзади. Вот ты стоишь на то, что раз, убрать ногу на место. Раз. Там я делал. Так нет, я смотрю, как ты стоишь. Ну вот, подсекай.